И кто же у нас там затесался между Сфирнусом и Тайгой? Это красотка Демиз. Я почему-то разместил ее вместе там где-то с Барбадосом среди усилителей мрака, потому что выглядит она, конечно, довольно мрачно, но она, оказывается, у нас представитель стихии света. И сейчас мы будем ее, ребяточки, прокачивать. Вот такая. Она любит гулять со своей черепушкой. Демиз, легендарный монстр, 100-й левел максимальный до прокачки у доктора Виктора. Представитель света, да, хотя похоже, конечно, на мрак. Что у нас есть? 3000 жизнь, сила, слабовато. Очень слабовато. Так, жизни 28 тысяч, скорость 3465. Довольно неплохо. Естественно, уязвима к металлу, поскольку представляет свет. Ё-моё, икота напала. Итак, 10% шанс на супер удар. Ле Мохте. Она что, француженка или итальянка, испанка? В общем-то, так, по всем врагам 3 рандомных негативных эффекта. Но сила удара 0, ребята. То есть, ну, может заморозить кровотечение, все что хочешь, но без прямого урона. Так, идем дальше. Так, что у нас? Ослепление, 35 сила, 35 контузия. Так, и по одному врагу один рандомный негативный эффект. Ну так, что-то один эффект, это может быть вообще ни о чем. Так, шайнинг. 45 с ослеплением по одному. Так, такое себе. Так, мультиудар врагам 7 по 15. И может... крадет 15% жизни у всех целей и может дать регенерацию всем противникам. А что значит всем союзникам дать регенерацию? Что значит лайфстил 50%? Это кто-то опечатался. Тут должно быть 15%, наверное. Так, неплохой удар, возможно. Дальше у нас мультик 30 силы по всем. И снимает все положительные эффекты с врагов. Так. Так. When Light Corrupts. Что у нас такое? Одинарный удар. 45 сила. Сильный удар. Снимает все позитивные эффекты. И 2 негативных накладывает. Так, ну такого у нас есть. У кого такие у нас удары? Есть у Крампуса, есть у Кубика, есть у Клича тоже такие удары есть. Так. Strength from Beyond дает экстра ход и двойной союзнику, не себе, союзнику, это важный момент. И The Light Within, так, мультиудар по всем, снимает все, по союзникам, снимает все отрицательные эффекты и дает damage boost плюс 50. Ну, такой, знаете, честно говоря, что-то я не вкурил особо все приколы в этих ударах. И что нам рекомендуют брать? Так, сияющие принадлежности. 45. Ну, это типа самый сильный удар со слепотой, да? Так, безграничная сила. Двойной урон и дополнительный ход одному союзнику. Ну, неплохой удар. Утомительный свет, регенерация плюс кража жизни. Ну, почему 50? Там 15 было написано. Так... Когда свет ухудшается, по одному врагу снимает положительные эффекты и 2 случайных отрицательных эффекта. Ну, сила удара 45. Ну, такие вот дела. Вот такая вот наша красавица Демиз. И что же, давайте будем приступать к прокачке. Что мы ищем? Сияющие принадлежности. Безграничная сила. Утомительный свет. И когда свет ухудшается. Вот такие вот нам удары нужны. Первый удар нужный нам. Это сияющие принадлежности. Второй удар, который нам нужен. Утомительный свет. Безграничная сила, нужный нам удар.
и остался, когда свет ухудшается. Вот мы нашли, ребятки, последний наш удар, когда свет ухудшается, снимает положительные эффекты, два случайных отрицательных эффекта. Вот такая вот у нас уже взрослая, окрепчавшая девушка. Девушка с белыми глазами. Ходит, правда, она как-то, как будто бы на костылях. И давайте, ребятки, будем тестировать нашу демист на ударопрочность. Так, икота меня не покидает. Ну, что поделаешь. Так, мамонт, рептилия и... так, и башня, которая у меня тоже есть. Кстати, надо ее качнуть. Ну, поехали в бой. Так, что сделаем? Ну, давайте сожрем у них выносливость. Таймерон здесь у нас для того, чтобы Демиз имела какую-то скорость, поскольку она у нас без рун пока. Так, налагает на все цели 3 отрицательных эффекта. Смотрим. Ух ты, пришла в виде смерти, прикольно. А я не успел. Так, кому что попало? Так, рептилии попало отравление и утечка энергии. Мамонту попало 3. Так, а что получается, контузия еще попадала на рептилию, потому что должно быть 3 эффекта. У мамонта кровотечение, намагничивание, снижение урона. У Баши, да, вот контузия есть, она попала на рептилию, но рептилия к этому делу неуязвима. Давайте еще их перезарядим. Так, супер удар от рептилий. Они вроде стреляли с пистолетов, но летели стрелы. Так, идем дальше. Делаем вот так. И давайте смотреть, нам, кстати, не помешало бы подлечиться. Так, двойной урон кому-то. Нет, вот регенерация. Отбирает у всех 15% жизни, а не 50%. Я вам говорил уже про это. Там ошибка. Так, идет регенерация. Остановим времечко для башит. Пространство времени. Блин. Ну что поделаешь? Напала икота, бывает. Ну давайте. Так. Пропустила ход рептилия и мамонт. Щит. Слабый. Так, у нас идет регенерация, все шикарно и отлично. Заморозили в кои веки. Так, смотрим, что теперь у нас есть. Два случайных отрицательных эффекта на рептилию. Слепота и второй эффект был походу ядом.
Давайте доедим нашу красавицу. Звук такой. Как будто бы какой-то, в каком-то кошмарном. Короче, в, например, в... Блин, подожди, забыл, вылетел с головы. Как же эта игра называлась? Такая страшная, ужасная, в которую я играл. Ну, пусть будет Resident Evil. Так, бесконечный щит тебе не поможет, мамонт. Так. Кому-то слепоты, ну, мамонту. Остановим время, ну. Чё-то не очень мне нравится Демис. Здесь мы все удары уже у нее испробуем. Так долго будет длиться, благодаря только Демис. Есть у нее классный удар, да, вот этот с регенерацией, но... Но остальное какая-то ерунда. Ну, давайте, можно себя усилить? Да, кстати, можно и себя усилить. И дает дополнительный ход. Ну, еще раз, давайте. Красотка Демис наложила 3 отрицательных эффекта с параличом, кстати. Но все равно, двое суперки уже было, ребята, а бой до сих пор идет. Я думаю, на этом бое мы и ограничимся. Так, ну, похоже, здесь все наши враги умрут естественной смертью от кровотечения. Так, на себя это неинтересно. Пропускаем. Еще и ударил напоследок, вот подлец. Ну только в качестве саппорта, в качестве лекаря можно применять. Других применений я не вижу. Чё-то она какая-то не понравилась мне. 7 минут, ребятка, длился этот бой, капец. Ну все, до скорых встреч.